привет. Это значит обзор инструмента импрессии для замка Apex Premier. Значит, имеет два ряда пинов сверху и снизу. Сейчас попробуем все эти замки открыть. Замки новые, купленные. Как думаешь, это случайность? В общем, замок открылся, но, скажем, не очень хорошо. В одну сторону крутился хорошо, в обратную подклинивал. Сейчас попробуем следующий открыть замок. Так, я установил другой замок. Это был у нас шестерка, сейчас будет восьмерка. Так. Меняем фольгу. Этот крутится нормально, вправо и влево. Видимо, в том помялась фольга, и он плохо срабатывал. Так, идем дальше. У нас остался еще вот такой замок один. Сейчас я его поставлю. После открытия ключ продолжает работать, не заедает ничего. Полностью рабочий замок остается. Вообще открылся моментально и очень легко крутится. В общем, вот такие замки Apex Premier.